Вот такой медленный убитый огонь. Несколько раз промытая фасоль красная заливается водой и под крышку на 1,5 часа. Через 1,5 часа вот на стадии альдента я ее выключаю. Она теперь у меня остынет. Я ее выну из рассола, отделю от рассола и в морозильник. И добавляю, ну, я почти везде ее добавляю. У меня внук, я его приучила, он любит фасоль.